Я хочу познакомить вас с этой очень простой концепцией. Это очень простая концепция. Если вы хотите, то вы должны пойти и взять это. Пришло время быть сосредоточенным. Пришло время решать. К черту все клубы. К черту вечеринки. К черту пытаться вписаться в общество для общения. Тусоваться со всеми. Чтобы люди перестали называть вас странным. Почему ты такой антисоциальный? Потому что я пытаюсь добиться своего. Почему ты много времени проводишь на баскетбольной площадке? Потому что я пытаюсь добиться своего. Почему ты тренируешься на палящем солнце, когда больше никого там уже нет? Потому что я пытаюсь добиться своего. Почему ты не ходишь по клубам каждый раз, когда я пишу тебе и приглашаю поделать что-нибудь веселое и классное? Ты всегда учишься? Потому что я пытаюсь добиться своего. Чем вы страннее, тем это больше отражает вашу приверженность к сосредоточению на своих вещах, формированию и обработке, а также развитию ваших идей, вашего ремесла. Тем самым, когда придет время вашего выхода, вы будете просто летать. У вас все еще есть над чем работать. Оставайтесь на баскетбольной площадке, оставайтесь на футбольном поле. К черту всех ваших друзей, которые пишут и звонят, и пытаются заставить вас чувствовать себя плохо из-за того, что вы сосредоточены на своем. Начался сезон помола. Дело не в сегодняшнем дне, дело в будущем. Сделай всю работу сейчас. И все, что вы когда-либо хотели сделать для вашей семьи, своих детей, своих близких, все это будет в совершенно другой стратосфере. Это страдание, это жертва, которую вы приносите, является показателем прогресса. Это показатель вашей одержимости. Это показатель продвижения к вашей мечте. И мечты требуют жертв. Вы не располагаете юридическими правами на вашу мечту. Вы должны истекать кровью за свою мечту. Цена, которую вы заплатите за то, что вы не воплотите свою мечту в жизнь, намного выше той, которую вы заплатите, чтобы осуществить ее. Если вы не можете придерживаться чего-либо в течение 5 дней, вы заслуживаете дерьмовой жизни. Вы заслуживаете, чтобы вам надрали задницу. Вы заслуживаете быть несчастным. Речь идет о 5 долбанных днях. Мы не говорим о 50 годах. Мы не говорим о 5 годах, которые, вероятно, потребуются, чтобы построить что-то стоящее. Мы не говорим о 5 месяцах, которые могут потребоваться вам, чтобы сбросить 40 килограмм. Мы говорим о 5 долбанных днях. Если вы даже не сможете придерживаться этого, то чего вы думаете, вы заслуживаете? Вы заслуживаете именно того, что вы получаете. И это правда. Это то, о чем ваши друзья не скажут вам. О том, когда ваша жизнь настойна в пятницу вечером. Когда вы пьете пиво со своими дружками. Это те вещи, которые ваша мама не скажет, когда вы сидите дома у своей мамы, играете в гребаные видеоигры, в то время, когда вам нужно читать или совершенствоваться, или тренироваться, или хоть что-то делать. Неважно, как вы себя чувствуете, не имеет значения, насколько вы расстроены, злитесь, сердиты, подавлены или расстроены. Важно только то, что вы делаете, то, что нужно сделать ежедневно, снова, снова и снова. Если вы будете делать это, и все будет сделано, то не имеет значения, как вы себя чувствуете. Я говорю вам, если вы будете делать это достаточно долго, вы будете чувствовать себя намного лучше, чем сейчас.